Привет всем. Начинаем распаковку посылки из Китая. Я заказал для принтера, для струйного, бумагу. Вот она мне пришла. Бумага непростая. Бумага самоклеющая должна прийти. Сейчас посмотрим, что мне прислали. Как-то так, сейчас раскрываем. Кстати, пришла уже здесь вот дырочка небольшая, не знаю, протерлась что ли, как-то так. Но я думаю, это не опасно. И упакована она еще вот так. Вроде бы неплохо. Сейчас, как ее лучше-то? Сюда, что ли, чтобы не повредить. Так, это появляется. О, конвертик получился какой. Бумажка вот такая. Формат А4. В итоге 210 на 297 миллиметров. 50 листов. Надо открыть, я думаю, посмотреть дальше. Вот здесь, кстати, пакет даже не надо рвать. Здесь есть замочек, который можно опять же закрыть. Достанем. В принципе, довольно-таки неплохая бумажка. Как бы ее открыть, смотреть, как она отклеивается. Ногтей нету, ножом что-то попробовать. Угу. Уголочек, в принципе, чуть-чуть замятый. Ну вот, в принципе, она уже отходит. Вот она. О. Так что вот как-то так, ребята. Можно сказать, она дошла, я считаю, в неплохом состоянии. Так что, ребят, вот такие дела. Распаковочка, думаю, прошла удачно. Всем, кому понравилось, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки. Все, всем пока.